Привет! С вами Бет Фидель, и это быстрые новости недели GTA Online. Погнали! Машина в казино Энис Савестра. Удачи вам выбить ее бесплатно на этой неделе. В люксовом салоне Шевал Тайпейн и Оцелот Свиджер. В салоне Симона следующие машины. Динка Акума, Шидзу Хакучао, Вапит Риата, Вестер Клиффхенгер и Оверфлот Айморген. По скидке 30% сейчас Инус Дети, Шивал Тайпен и Мэма Тула. Скидка 40% на Оцелот Свинджер и Оверфлот Айморген. Скидка 20% на самолет Мэма Стример 216. На подиуме в автоклубе Дьюбаши 770. Выиграйте гонку преследования 2 дня подряд, чтобы получить ее. На тестовой трассе можно прокатиться на Убермах Револтер, Койл Бравел и Инветера Коукет Блакфин. Кроме того, на этой неделе все еще действует скидка в 30% на модификации Кавенджер. Двойной опыт и деньги за ограбление инкассаторских машин. Да-да, их вернут в игру. Изначально награда равна 25 тысяч долларов. На этой неделе действует удвоение. Двойной опыт и деньги за противоборство «Бегущий» и тройной опыт и деньги за противоборство «Микрогонщик». В GTA Online вернется режим гонки на Easy Classic и каскадерские гонки на особых транспортных средствах. Это сливы, которые появились сегодня ночью. Rockstar может что-то изменить, добавить новые скидки или поменять машины. Точную информацию мы узнаем сегодня днем. На этом все. Спасибо за просмотр!